Всем доброго времени суток! Вы на канале «Просто о бизнесе». Скажите, а кто не ошибается? Только тот, кто ничего не делает. Обычно CRM-программа автоматизирует основные бизнес-процессы, снижая до минимума человеческий фактор, но все равно какой-то сотрудник может что-то сделать неверно. Давайте посмотрим, как контролировать все действия сотрудников при работе в программе. Например, в карточке некого клиента оказался записан неверный номер телефона. Вы можете войти в аудит, чтобы увидеть, кто и когда изменял эту информацию по данному покупателю. Также вам будет видно старое значение, на случай, если потребуется его восстановить. Более того, таким же образом можно контролировать не только действия любого сотрудника, но и бездействие. Отобразите все манипуляции с данными за весь день и проверьте, что делалось, а до чего у работника руки так и не дошли. Доверяйте, но проверяйте. А у вас есть сотрудники, чьи действия вы бы проверили? Подписывайтесь на наш канал, дабы в следующих выпусках узнать, как закрыть доступ на изменения или удаление определенных данных, чтобы не переживать за недопустимые действия ненадежных сотрудников. До новых встреч!